Вам следует пройти к выходу номер 7. Здравствуйте. Здравствуйте, вы по льготе? Что? Летите по льготе в Майами? Что по... Да, да. Я по льготе. Прошу. Только откидное место. Вы немного опоздали. Вы знаете, я давно не летал по льготе. Где у нас откидное место? Приятного полета. Вы по льготе летите? Фрэнк, командир экипажа, Оливер. Джон Ларкин, второй пилот. Здравствуйте. Фред Талли, борт-инженер. Фрэнк Тейлор, по нам. Спасибо, что подвезете. Устраивайся. Приступаем к буссировке. Ну, а ты на чем сидишь? DC-8? 707. Летишь обратно после ночного? Следующие пару месяцев буду через океан скакать. Хочу подзаработать, подменяя больных. Тут нечего стыдиться. Мы все так делали. Садитесь. Спасибо. Хотите после отрыва что-нибудь выпить? Молока. 150. Есть. Скорость принятия решения. Скорость отрыва. Взгляд. Брать счастье. Дорогой папа, сегодня у меня был выпускной экзамен. Я стал вторым пилотом с месячным окладом $1400 плюс льготы. Самое замечательное то, что моя семья тоже сможет летать бесплатно. Скажи маме, пусть покупает новый купальник. На Рождество я отвезу вас на Гавайи. Я люблю тебя, папа. Алоха, Фрэнк. Привет, льготник. Привет. Нравится путешествовать бесплатно? Марси, это не вы уронили? Видно, вы не заметили, как он слетел. Нет. 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 Да. 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 Почему ты остановился? Марси, я хочу тебе сказать. Это мое первое свидание с такой темпераментной женщиной. Добро пожаловать в Банк Майами. Чем могу помочь? Меня зовут Фрэнк, я второй пилот компании Панам. Я хочу сначала обналичить вот этот чек, а затем пригласить вас на ужин. Потом мы пропускаем чеки через особую машину, которая с помощью специальных чернил наносит на них номера счетов. А номера где находятся? Они вот здесь, видишь? Вот здесь. И чеки отправляются дальше. Куда же они отправляются? Они? Я не знаю, это еще никого никогда не интересовало. Thank you.